Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция монет. Следующая распаковка на канале. Новые монеты, которые я сегодня получил. Открываем конверт. И сейчас я все покажу. Так. Жду я в этом письме несколько юбилейных монет разных стран. Так. Ну вот, в общем-то, 4 монеты пришло сегодня. Так, так. И вот так. Пакетики будем разрывать, чтобы побыстрее открыть. Пакетиков у меня много. Мне не нужны, по большому счету. Парочку таких достаточно крупных монет. Так. Ого. Уже размеры не смотрел. Так, достаточно большим сюрпризом таким вот оказались. Пакетиков. И крайняя монета. Все. Застал. Давайте смотреть, что за монеты. Начнем с маленьких монет. Это первая монета. Вверх ногами. Монета Ямайки. 20 центов. ФАО. Год 1976. Ну вот эта вот монета вроде как выходила еще несколько раз. В 80-х годах, там с перерывом. Вот в продаже нашел только 76-й год. Остальных монет, это согласно, если верить сайту Ucoin, то такие монеты в других годов существуют. Ну, не видел, по крайней мере. Так, следующая монета, это монета Замбии. Тоже больше еды. Новый фуд. 50 гвеи. Тоже юбилейная монета. Так, следующая монета. Это монета Ирака. 500 филс. 1973 года. Тяжелая, увесистая монета. Национализация нефтяной отрасли называется. Ну и самая крупная монета, которая, если честно, я думал, поменьше. Это монета Судана, тоже из серии ФАУ. 50 гирш. ...1972 года. В общем, отличные монеты. Неплохие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч. Пока.